У владельцев домашних животных, возможно, появится еще одно обязательство. Теперь питомцев необходимо будет регистрировать. Такой законопроект внесли в Госдуму после многочисленных случаев живодерства в центральных городах России. При помощи микрочипа и других средств сведения о каждом четвероногом друге и его владельце будут находиться в специальной базе данных. Наши коллеги расскажут подробнее. Мария Кищина ведет своего питомца в ветеринарную клинику. Сегодня ее любимицу Еву ждет необычная процедура. Хозяйка решила чипировать свою четвероногую подругу. Чипировать решили, потому что, ну, во-первых, это повсеместно с 1 января, раз будет вводиться, нужно чипировать, ну, чтобы, скажем, обезопасить собаку, если не дай бог, она, конечно, потеряется. Порядка 2 лет назад приобрели оборудование для чипирования животных. Чипирование – это электронная идентификация животных, то есть электронный паспорт. Принцип чипирования заключается в том, что животному под кожу с помощью специального шприца вводится микрочип. Микрочип содержит в себе уникальный код 15-значный. Далее с помощью сканера этот микрочип считывается, информация, этот номер, и заносится в персональный компьютер, в программу Animal Face. С 2018 года чипирование домашних животных может стать обязательным. Над этим проектом сейчас совместно работают Министерство сельского хозяйства, экономразвития и финансов. Виды животных, подлежащих обязательной маркировке, утвердят в правительстве. За отказ от чипирования хозяину может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Присвоить метку животным можно будет несколькими способами. Надеть специальный ошейник, вживить чип, повесить бирку или кольцо. Сама процедура будет платной. Согласно утвержденного прескуранта ЦЕНТ, у нас сюда входит внесение в базу данных. Это около 350 рублей стоимость. Микрочипа входит и клинические осмотры, ну и внесение в базу данных. Вся эта процедура около 700 рублей входит. После чипирования собака Марии спокойна. Процедура абсолютно безболезненная и никак не сказалась на ее самочувствии. По словам хозяйки, теперь она также промаркирует и остальных своих питомцев. Мария Урцева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».